Вы выстроили империю с нуля. Мистер Хейл, какая честь! Человек, построивший Нью-Йорк! Люди считают, что ваши здания обессмертили вас. Сейчас, угасая, вы чувствуете себя бессмертным? Величайшим умам мы предлагаем больше времени для реализации их потенциала. Разработано для высочайшего качества жизни. Оно живое? Пустой сосуд. Если решитесь, обратного пути не будет. Ваша прежняя жизнь кончится. Что это? Это для остановки сердца. Что? Для остановки вашего сердца. Как себя чувствуете? Люблю запах нового тела. Чувство юмора? Хорошо. Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью. В вашем возрасте вы это заслужили. Ты в порядке? Да, просто 52 года такого не видел. Это была не галлюцинация. У бессмертия есть побочные эффекты. Есть кто? Это невозможно. Научный прогресс всегда требует жертв. Я не хотел, чтобы кто-то пострадал. Я дал вам то, что вы хотели. Вы отняли у человека жизнь. Нет! Я отнял! Скоро меня не станет. Я уже чувствую, как угасаю. Без меня ваше сознание ждет рецидив. И мы оба знаем, кто им завладеет. Только я стою между вами и полным забвением.